Живи, Беларусь! Слава белорусскому народу, который не оставляет борьбу и надежду победить в этой борьбе против диктатора Лукашенко. И вот Минский подшипниковый завод, появилась оттуда информация, что температура в цехах ниже 0 градусов. В Беларуси мерзнут не только приезжие иранцы, сирийцы и другие так называемые беженцы, но мерзнут работяги, которые фактически обеспечивают тров вот этим нелегалам в виде электроэнергии для зарядки мобилок, которые стоят 2 зарплаты белорусского работяги минимум. И я вам хочу сказать, что такая ситуация во многих белорусских предприятиях. Я хотел бы обратиться ко всем своим зрителям, кто, может быть, знает такую информацию, пишите. Посмотрим, обговорим эту тему, поднимем. Может быть, кто увидит нас и примет меры и поможет этим работягам не мерзнуть. Так как начальство думает, что пусть работают, согреются. Работа согревает. Хотел бы пожелать работягам Минского подшипникового завода бороться за свои права, а не, наклонив голову, работать. Помните, булыжник — это оружие пролетариата. Булыжник — это не только камень, но и ваше коллективное слово «нет». Мы не будем рабами. Это мое такое мнение. А вы как считаете?